Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Command and Conquer for Tiberian Twilight. И давайте продолжим. И вновь агрессивные действия войск ГДИ привели к кровопролитию. Можете обвинять во всем меня. Но на самом деле это лишь крик угнетенного народа о помощи. И это то самое обещанное будущее, Риос? Отвечайте! По-вашему, все проблемы решены? Великие свершения всегда давались человечеству нелегко. И сейчас у всех нас есть выбор. Безропотно сидеть и ждать гибели или действовать. Узлы связи СКТ передают сигнал в башню Скрин. Не могу поверить. Скрин! Скрин отнял у меня все. Тома, Алекса, а теперь этот... Кейн хочет вернуть проклятых инопланетян обратно. Я не могу этого допустить. Будь Рикс в курсе, все было бы по-другому. Сержант Нэш, доложите обстановку. Импульс обесточил все системы. Все отключено. Мы летим вслепую, полковник! ГСТ упал в так называемом жестяном городе. Вот, начнем. Транспорт сбит. И погнали. Так, возьму наступательный, наверное. Опа, какие-то твари, блин. Дела плохи. Разведка Хрена, показала, что мы на территории забытых. Вокруг полно мутантов. Найдите спасательные капсулы, пока мы придумаем способ выбраться отсюда. ГДИ своих не бросает. Получено новое задание. Обнаружен противник. Угу. Забытые. Ну, это, по-моему, ну, что-то вроде скринов. А может и нет, может ошибаюсь я. Так, теперь нам надо 5 очков, чтобы уровня второго открыть технологию. Так, нам надо вот найти 3 точки. Ага. Волк готов, выдвигаемся. Все готово. Защитный режим. Обнаружен противник. Волк, Пейдж. Время двигаться. Волк. Да? Здесь небезопасно. Занять убедительность. Мы успеем. Давайте с этого прямо начнем. Ух ты, какая-то машина, блин. Какая-то хрень взрывающая. Блин, заколебали взрывать уже. Вы познакомились с местными. Если захватите их жилище, мы сможем с ними договориться. Жилище. Подразделение атакован. Ну, попробуем. Блин, сейчас... Ой, заколебали. Они как фанатики из третьего команды. Так, юниты потихонечку подъезжают новые. Очки улучшения один. Да, а что мне с этим одним я буду делать?
Ай-яй-яй, как задолбали они уже взрываться. Так, давай, бери. Так, 6 как раз. А толк? Ладно, пофиг, потом разберемся. Обнаружен против, готов к заданию. Так, ладно, погнали на другую точку. Ну, я не думаю, что вот за эти три точки сейчас мы все захватим, и все, и конец миссии. Это было бы слишком просто. Ого, еще какие-то новые твари. Так, это удар против построек эффективен, самым эффективен против авиации. Значит, пока я их строить не буду. Нафига мне брать очки, если мне улучшать? То есть не очки, а эти. Ну да, очки улучшения, только у меня если... В том-то дело нет улучшений. Нечего улучшать. Странно. Очень-очень странно. А что, инженер сдох, что ли? Походу... А, нет, вот он стоит, все нормально. Бери. Вон, поехали, по дороге будут чинить. Так, ну их нафиг, отступаем. Нам вообще не сюда, по идее. Нафиг его брать, все равно не к чему. Да так, просто так собираю их, а так они нафиг не нужны, потому что, ну, сами вы видели, улучшений нету, все почему-то они закрытые. Не понимаю, почему, что мне делать, что мне сделать, чтобы они открылись, я не знаю. Замечательно. Ай-яй-яй, опять взрывающая хрень, блин.
Давай, блин. Все, его восстанавливать. Его однозначно пусть восстанавливает. Ладно, пока поехали потихоньку. Задание выполнено. Командор, если мы захватим все узлы СКТ, то сможем использовать их энергию, чтобы снова поднять корабль в воздух. Передаю координаты узлов. Получено новое задание. Угу, все вижу. Войска Нот, так и знал. Слишком гладко все шло. Я что, его поднял, что ли? Я нечаянно, честно. Походу, да, нечаянно поднял его. Так, давайте захватывать. И вообще здесь, наверное, нужен другой краулер, мне кажется. Тут нужен, наверное, оборонительный. Блин, сейчас ноды, как нам сказали, придут. Это хреново. И как я понял, да, два краулера сразу придут. Ну, замечательно, чё. Честно, нечестно вот это вот. Двигаемся к узлам СКТ. Сейчас посмотрим. Давайте уничтожаем, уничтожаем. Сразу уничтожим, чтобы не мешал. Так, второй краулер прибыл. Ой, ребят, вот только вот не вы, не хочу я с вами разговаривать. Лучше обойду вас. Не, ребят, давайте дружить. Не-не-не-не-не. С вами я не хочу вступать в бой. Походу, не отстанут. Я вот, ага, все понятно, где следующий у них краулер. Вот, видите, погнали захватывать. Сейчас мы по-быстрому должны уничтожить там, потом туда переключиться. По-быстрому, опять же, успеть. Чтобы не прибыл второй краулер. Опа, вот он, танк тут стоит. Блин, они захватывают, вот зараза. Ну ладно. А где краулер-то? Ага, вон он убегает. Давай, уничтожаем. Не
Не отступать, самое главное. Во. Так, а тем временем мы пойдем захватим этот. Ребята, а вы захватываете вот этот. Даже половина, наверное, пусть вот сюда едут. Я думаю, успеем за одну минуту захватить все узлы. Они даже, я думаю, не успеют прийти. Ну, надеюсь я. Если не успеем, то, блин, нам придется еще один кравлер уничтожать. И опять же, это геморрой. Опять же, это на минут 10-15. Так что надо поспешить. Так, этот захватили уже почти. Да все уже захватили даже. Теперь этот... Так, теперь что? Есть связь с СКТ. Восстановление начато. Но не думайте, что нот дадут нам передохнуть. Замечательно. Ладно, узлы ваши. Неважно, но ваш ГСТ даже в воздух подняться не успеет. Получено новое задание. Угу. Защищать его. Восстановление 20%. Но пока нас никто не атакует. А, походу... А, нет, вон они идут. Все, вон они, вижу. Мало радовался. Быстрее надо отступать. Сейчас еще и подкрепление прибудет. К ним. Вон, вот слева сейчас пойдут. Блин, захватили. Сейчас вот оборонительно не помешал бы. Краулер. Командор, такого плотного огня ГСТ не выдержит. Отбивайте атаки нот, или нам конец. Да я как могу. Я как могу. Отбиваюсь. Блин, вот эта хрень надо уничтожить. Как я ненавижу вражеских инженеров, вы бы знали. Они, блин, сейчас смотрите, вот. Он сдохнет и будет ползти потом, пытаться захватить танк. И главное, он не один танк может захватить, а вот... как уничтожит вот танк, в котором он был, так он, блин, в другой сразу полезет. То есть это бесконечно может процедура быть. 57%. Да еще и нот еще прибудут. Прибудут через 30 секунд. Обнаружен противник. То есть второе подкрепление, можно сказать. Замечен невидимый объект.
Давай, хрень, восстанавливай. Блин, еще кто-то сверху стреляет. О, блин. Базу покинуть тоже не могу, блин. Но сверху кто-то поливает, и просто так я не смогу восстановиться. Придется разделить армию. Вот эта половина пойдет туда. Давай наверх узнаем, что там. База, походу. Подразделение атакует. Это будет за нами. Траулер атакован. Двигаемся. Обнаружен противник. Я не успокоюсь, пока не живы. Главное, чтобы инженер... Блин, сейчас реально что-то с инженером надо делать. Сейчас он опять убьют его, и он будет ползти и захватит... Небось, технику мою опять. Ах, вон кто стреляет. Ладно, уничтожайте краулер потом. Замечен невидимый объект. Видимо, сила. Они хотят меня разозлить. Подразделение атаковано. У нас потери. Давай, 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 ребят. Хотя, наверное, сил не хватит. Как бы я этого не хотел, но сил, боюсь, не хватит. Давай, падай, зараза. Опять инженер, что ли? Блин, нет, его в последний момент убивайте, потому что он опять сейчас поползет за мной, блин. Не, зараза, иди сюда, а. Куда погнал? Так, все, отступаем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, пошел нафиг. Залазить он решил, блин. Так, 83%. Наша задача обороняться, а не лезть к этим краулерам. Так, 94. Ну, наверное, уже можно сказать, что мы победили. Блин, нет, вот мешают нам. Не дают нам восстановить. Ой-ой-ой, краулер аж сюда подъехал. Блин, они так сделали, что... Все фигово, короче. Вы гляньте, как они сделали. Они прям оба подъехали. И... Вы в пути.
Иди отсюда, зараза. Их гнать надо, гнать, а то они, блин, не дадут мне восстановить транспорт. Девяносто девять, все. Хорошо, мы почти закончили. Как? Пора убираться. Как это почти? Давай уже взлетай. Наконец-то. Ну, трудная миссия, конечно. Вообще здесь, я считаю, по-моему, в этой игре нет легких миссий. Ну, кроме обучающих, конечно. А так они, гляньте, но они все действительно тяжелые. Тут легкой вообще пока вот не видел. Так, ладно, давайте здесь закончим на этом серию. Так что, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.